Всем добрый вечер. Ксения, я уже в эфире? Да, видим, слышим вас. Технический экран. Уже который раз выходишь в эфир, все равно к этому не можешь привыкнуть. Я рад всех приветствовать. Действительно, у нас сегодня много новостей, хороших новостей, да. Оглашали, что наши листи годик, как она вышла на официальные просторы Play Market и App Store. Да, и на сегодняшний день уже свыше 250 тысяч скачиваний. Можно сказать, одна из наших гордостей — экосистема Amer Capital. И действительно, сегодня у нас юридически нам 4 года, и вчера как раз разговаривал с Аней Паникоровской после игры «Секрета денег», там ребята делились впечатлением и обсуждали как раз сегодня то, что будет происходить сегодня, будем ли отмечать, там, как отмечать, поздравлять, ну и так далее. И я ей рассказал там предысторию, как мы родились, и де-факто нам вообще 5 лет. Она говорит, это достойно там того, чтобы все знали, и надо это обязательно там всем рассказать. Вот, ну, может быть, кто эту историю уже слышал, но повторюсь, я непосредственно блокчейн-технологии или криптоиндустрии, криптовалютам уже в начале 2017 года начал инвестировать, и ну, там ферму мы купили там в феврале с партнером, какое-то количество биткоинов, и где-то в марте месяце уже 2017 года, ну плюс-минус, вот числа могут совпадать, я начал торговать, и уже торговать там с двумя друзьями, да, там с точки зрения, что я начал предоставлять им доверительное управление. И уже в мае начал выходить уже на такой большой широкий рынок, в плане того, что до этого было в основном друзья друзей, там родственники родственников, а в мае мы дали с одним из наших клиентов, блогеров, дали мастер-класс, и на мастер-классе как продающее предложение вот как раз были первые курсы нашей Амир Академии, да, там тогда были офлайн курсы, и, соответственно, мы набрали большое количество учеников тогда в мае 2017 года. Договора заключались как с индивидуальным предпринимателем именно на доверительное управление. До конца августа вот таким образом мы набрали более 50 практически инвесторов, а к Новому году у нас уже было больше 200. Это мы 2017 год заканчивали. Начинался 2018, и когда первые инвесторы, это в основном были родственники, друзья, ну, всех знал в лицо, и доверие было очень там высоким. Когда нас действительно уже перевалило за большое количество клиентов, естественно, многие уже меня не знали, я их не знал, ну и задавали разные вопросы. А как вы оформлены, а что за договора, и, соответственно, многих людей не устраивали договора именно как с физлицом, и нужно было уже юридически упаковываться. Да. И сегодня мы даже с Наташей Импульс на планерке вспоминали, как мы придумывали название. То есть уже был совместный с Наташей проектом Рост.ФМ, и параллельно как раз шла регистрация, уже юридическая регистрация компании. Нам 2 месяца компания, специализирующаяся на профессиональном подборе там нейминга, там дизайна, брендбука, 2 месяца не могла подобрать название, и ничего не нравилось. И Наташа как раз и тогда задала вопрос, говорит, ну от какого названия тебя бы штырило бы, там, я говорю, Амир Кэпитал, так как этот уже существовал как семейный фонд с 2008 года. Но и она говорит, да, так и назови. Я говорю, просто многие люди, мы тогда были в Москве, да, там основное место, как скажем, дислокации, да, там, и
многие люди отзывали, что ой, восточная может не пойти там. И Наташа говорит, да, не обращай на это внимание, главное, чтобы тебе нравилось, тебя от этого штырило. Ну и отсюда мы в феврале 2018 года подали документы, немножко торопились из-за того, что ну, потеряли время на разных других вариантах. И обратились, условно говоря, там, к первой попавшейся юридической компании, которая там, громко заявляла о себе, что она ну, имеет большой опыт, хороший специалист именно в области там, криптоиндустрии, да, там, и с точки зрения там, правового поля, мирового правового поля. И они нам вот, и посоветовали, что регистрируйтесь на Кипре. И мы собрали необходимый пакет документов, передали, и когда нам вернули, ну, то есть имеется в виду, предоставили уже учредительные документы Amir Capital, это было 21 марта 2018 года. То есть мне, ну вот, среди ваших знакомых, наверное, тоже такие есть люди, там, пожилого возраста, ну, в основном это бабушки, прабабушки, дедушки, они все имеют по два дня рождения. И я всегда, мне было смешно, почему они два раза в год, просто хотите, наверное, два праздника там. Ну и потом у одного из дедушек я выпросил, то есть там в 30-е годы, там 40-е годы, ну тем более там военные годы, там или ЗАГСы были далеко, ну или, например, ты в поселке родился, а, во-первых, ты родился сам где-то в домашних условиях, то есть профессиональных там роддомов, акушеров там, может быть, и не было, были какие-то там, ну, местные умельцы, да, там, скажем, а, ну, сначала там обмывали, там, потом, может, через месяц вспоминали, что надо там в райцентр съездить, там, документ получить и так далее. Ну, и в итоге, там, когда ты приезжал в ЗАГС и хотел твоему ребенку уже там 3-4 месяца, ты хотел получить на него документы, а запись в журнале там задним числом как бы нельзя сделать, да, там. Ну, и, соответственно, тебя записывали по факту условно, да, там, а по-настоящему у тебя было там, и поэтому появлялось два дня рождения. Здесь, наверное, в нашем случае так же, то есть по факту нам 5 лет, да, там, а вот юридически нам 4 года. Вот такая, в общем, история, с которой я поделился с Аней, она как-то очень интересная, ну, если вы как-то еще народу расскажете, я думаю, что очень будет тоже полезно и интересно знать про такой, скажем, нюанс нашей истории. Да, большое спасибо всем за поздравления, очень много теплых слов, ну, тем более в текущей ситуации, и даже сегодня в одном из поздравлений сравнили с живым организмом, вот как фонд, как один единый большой живой организм, действительно. И вот то, что мы сейчас, еще одна радостная новость, то, что наши айтишники, специалисты, так скажем, IT-департамента долго бились, действительно, до этого было 3 недели такой большой активной подготовки, и, соответственно, вот 6-7 марта мы начали перенос со счетов кошелька на накопительный и столкнулись действительно тут с такой тоже большой задачей. И ребята вот 2 недели прям не спали, не ели, не пили, но достигли положительного результата. 2 теста прошли практически 100% успешные. И сейчас уже работа идет, скрипт работает уже на нашей базе. Да, мы сначала это делали на зеркале, потом на слепке. И сейчас мы сделали там бэкапы наших всех баз, ну и запустили скрипт. Он, ну, завтра будет еще в течение дня работать. После окончания работы скрипта, то есть после переноса, физического переноса, получается, с кошелька на накопительный, всех наших средств будет наладка, проверка, там, насколько все прошло правильно. И, соответственно, это тоже занимает достаточно 3-4, наверное, 5 часов времени. И после этого уже идет подключение всех наших функций, да, там, то есть, там, конвертации, переводы, P2P и так далее, и так далее. И
Скорее всего, мы запустимся в среду, ну или в ночь со вторника на среду, или в среду рано утром. Да. Именно как кошелек. То есть мы кошелек и управляющую компанию отделили, и в полном функциональном режиме кошелек запустится в среду утром. Это вот наша такая радостная новость. По поводу регламентов, которые будут устанавливаться в управляющей компании, приема заявок, ну, наверное, к среде более точно на криптомире объявим более точную информацию. Пока на сегодня вот так. А, по поводу доходности, да, там ничего хотелось. Ребята переживали, что может произойти нахлёст. Нахлёст, вот, то есть мы по времени так получилось, что и начисление доходности, и вот обновление, которое мы сейчас все делаем, они могут друг на друга наложиться, и мы решили сделать начисление доходности в следующий понедельник, то есть за 2 недели сразу. То есть прям отчетный период будет написано, ну, что 2-недельный срок. Обычно мы указываем недельный срок, а это, то есть, прибыль, там, деньги наши никуда от нас не денутся, соответственно, то есть у нас не нулевая доходность, она плюсовая доходность. И единственное, именно вот как исключение, вот на запуске кошелька просто немножко переживаем, чтобы все действительно прошло достаточно гладко и хорошо. И в связи с этим, ну, можно сказать, много было как бы споров, ну, опять же, как отреагируете вы, да, там, ну, то есть сообщество, инвесторы и так далее. И все-таки из меньших зол выбрали это решение, что лучше мы за 2 недели начисление сделаем сразу в следующий понедельник. Работа идет, ну, с точки зрения управляющей компании стабильно, даже за счет, ну, и роста криптовалютного рынка в целом, в частности, просто стоимости биткоина, кассовый разрыв тоже уменьшается. Ну и, соответственно, мы там доходность получили, но мы не стали просто, скажем, выводить какие-то точные суммы, так как, ну, уже решение было принято, что мы в следующий понедельник суммарно огласим доходность. Ну и, соответственно, вот все те условия, которые там были в антикризисных мерах, они будут соблюдены, но уже по отношению к двухнедельному, ну, к двухнедельной доходности. Вот на сегодня такие новости. Я надеюсь, тоже в регламент уложился, Ксения. Да, Марат всем Амирович, большое спасибо, минуту, да, минуту. За поздравления. Да, ну, может быть, в другие времена и при других обстоятельствах мы бы день рождения отметили бы очень пышно и, ну, в хорошем месте, да, там и так далее. Мы и планировали это все сделать. Ну, действительно, сейчас, наверное, и с внешней ситуацией, то, что происходит, у нас треть команды в Украине. И вообще вся эта ситуация немножко так огорчает, удручает, и там никаких плюс наша как бы техническая такая ситуация. И, ну, вот единственное, ну, там в конце может быть такая радость, да, в том плане, что вот представьте, что в величайшей там футбольной команде какой-то из лидеров, там, ну, имеется в виду один из игроков, там, ну, сломал ногу и в гипсе долгое время находился. Ну и, соответственно, вся команда давно ждала, ну, этого величайшего игрока, футболиста. Был долгий, там, болезненный какой-то и морально-психологический период. Ну вот сегодня у меня кто-то спрашивал, ну как дела там? Как у Амира дела там? День рождения, поздрав. Я говорю, все нормально, гипс сняли. Сегодня гипс сняли, то есть вот там какой-то там долгий период, который мы там, ну, болезненно проходили, но сейчас уже так все зажило, сняли гипс,
Теперь, может быть, впереди немного такого реабилитационного периода, может быть, месяц-два, да, там, ну и все, мы снова выйдем на поле и будем успешно. Опять же, это аллегория. Мне же говорят, мастер всяких сравнений. Ну вот, я решил сегодня тоже не нарушать. Очень красочно, да, и максимально понятно. Мне кажется, очень уместно в нашей ситуации. Да, запуск кошелька можете сравнить с тем, что нам сняли гипс, и все, дальше только лучше и лучше. Ну и в полноценную форму, думаю, мы придем очень быстро. Спасибо, Марат. Все, всем большое спасибо. Праздником. У азиатов еще праздник Наурыз есть такой, Наврус, Наурыз, там по-разному называют. Это азиатский Новый год всех там граждан. Кыргызстана, Казахстана, Татарстана, там, Азербайджана, там, ну и все, кто отмечает этот праздник, всех поздравляю с праздником. Я сам 48 лет отвечаю этот праздник, поэтому для меня это тоже как и день рождения, и праздник Улисты, и много хороших новостей. В общем, настроение хорошее, ребят. Надеюсь, дальше еще будет больше и лучше хороших новостей. Всем большое спасибо, пока. Время меняться пришло навсегда. Поставил ты цель, и ты знаешь, когда. Финансов свобода приходит твоя. И счастье с тобой воплотилась мечта. Амир Капитал. Все вместе Амир Капитал. Упустите возможность стать совладельцем многомиллиардного бизнеса. Амир Wallet 2.0 – это уникальный агрегатор сервисов для работы с криптоактивами, хранения, переводы и обмены, платежная система Амир Pay, первый маркетплейс с возможностью оплаты криптовалютой, популярные сервисы и услуги, доходные счета под управлением Амир Финанс. Только сейчас у вас есть возможность стать совладельцем Амир Wallet 2.0. Всего 500 миллионов токенов. Возможность приобрести доли в компании. Выгодная комиссия и кэшбэк. Скидки на покупку NFT. И другие бонусы для держателей токенов. Амир Wallet. Ваша свобода в мире криптовалют. Global Star Club. Возможности безграничны.